Да, это выглядит четко вообще. Не качок. Сразу меняешься. На глазах там, да? Да. Как камеру направляет, все. Ля попал, все забыл, бля. Ля прорвал, ля выиграл, все забыл, бля. Как дела у вас, друзья, без человека? Что-то у меня с тобой не получается, серьезно, говорится. Слышь? А мы сейчас где находимся? Где сейчас находимся? Деловой центр. Сум, что ли, или что? Деловой центр. Где-то тут, короче. Я не знаю, где находимся. Обои. Договори, когда выйдет выпуск. Я думаю, у вас много вопросов будет. Все вопросы ответим. Как ваше здоровье? Как дела? Вот скажите мне, пожалуйста, где я нахожусь? Я сам не знаю. Московский писатель. Есть? Не видел пока еще? Салам, Воронежский. На связи тоже. Что там это, перепалка была? Бумень, персидский, что? Не знаю, да, яйцо на лицо. Сали голова, да? А, так, вышел, свежим воздухом подышать уже, оказывается. Не, найдутся, кто тут есть. Найдутся, да? А мы же не ищем даже. Кто забрал ляп-лям, забрал. Шамиль, нормально все, самочувствие получше, все хорошо. Скоро возят для видите, на тренировку, все. Движение станет. На ноги станет, все. Кто-то из друзей смотрел TikTok. Я не в кайфе что-то слышал. Мой язык сейчас. Старый. Страдает, да? А знаешь что? Что? Два бургера надо. Бургер захотел, что? Иди к этому. Миллионер. Иди, Джек, возьми, да? Миллионер, иди, молодой. Бургер кинь. Там с анзором, не, не с анзором. Салам алейкум. Алейкум салам. Какому Мартину? Жуаряну или Абашадову? Анзор в Ингушетию улетел, по-моему. Маме своей улетел. Болел, что-то такое. Вот сегодня подготовлю. Выиграл я с... Дальше вагончик был. Я не знаю, с кем следующий будет, кого поставить, кого... Садист, мазохист, одну тушь в одном лице. Мне бургер нравится. Бургер, ну, иди закажи. Здесь 2,70.
Да, есть, есть. Отвечай, кто выдал. Я не отвечу, говорю, орешь. Да, Паша. Да, Паша. Все нормально? Напухшая стоит. Ну, чуть-чуть опухшая, да, нормально все. Семьдесят ноль семь. А как нормально рублюсь. Ну, там тоже жесткая рука была. Очень жесткая. Здравствуйте, Сан. Проходит к нам все прямой эфир. Рамбл. Салам алейкум. Приветствую.